Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, дамы и господа. Поздравляю вас с Днем народного единства, с праздником, истоки которого уходят далеко в прошлое. 4 века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны. Преданность Отечеству объединяла тогда людей разных сословий, национальностей и вероисповеданий. Их мудрость, воля и мощное единство спасли Россию, открыли дорогу к укреплению ее могущества. В нашей истории множество примеров такой непобедимой сплоченности. Единство и патриотизм были для народа самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач развития. Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне – это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код. И День народного единства знаменует великую правду – любить свое Отечество, гордиться им и почитать его. Каждый народ приносит миру свой урок, свое уникальное достояние. У России таким бесценным наследием является многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей. Другой такой большой, многоликой страны, как наша, просто нет. И сохранение разнообразия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение. Так же, как и традиции взаимного доверия, согласия, родства. Именно эти устои наполняют единство российской нации особой внутренней силой.